Все эти люди находятся в инфекционном стационаре БСМП. 8 человек из вновь инфицированных контактировали с заболевшим коронавирусом в Чебоксарах. Еще один человек, житель Канашского района, был обследован после приезда из Москвы. Сомнительные тесты и у пациентки Урмарской больницы. Там закрылись два корпуса ЦРБ. В обсерваторе сейчас находится 46 человек, в том числе 20 сотрудников больницы. Они находятся в здании, не связанном с основным корпусом. Еще 12 медиков на самоизоляции дома. Все они сдали тесты на COVID-19. Специалисты других отделений продолжают свою работу в штатном режиме. Поликлиники закрыли с профилактической целью, чтобы убедиться. И как будут только отрицательные анализы, результаты анализов обследованных пациентов и непосредственно сотрудников учреждения, мы возобновим работу учреждения в плановом режиме.